Добрый день, друзья, любители старины и красоты! Сегодня вы увидите обзор, который я сделала с аукциона, прошедшего в конце февраля. И буквально завтра, 3 марта, вы увидите шорты уже с нового аукциона, который будет проходить 3 марта. Друзья, время летит молниеносно, а мы на площадке, сделанной в СССР. Добрый день, Валерий Анатольевич. О, Мария, здрасте. Очень рада. Да. Говорят, у вас там новости какие-то появились. Ну, новости у нас зал, у нас это... кафе теперь. Кафе, есть. Да, я уже все да. это сняла. Следующая суббота-воскресенье у нас будет ярмарка антикварно-винтажная под названием «Огонек», куда приглашаю всех ваших друзей, всех ваших подписчиков. Ну и, соответственно... соответственно, тоже кто-то снимает это. Соответственно, приходите, будут у нас участники, порядка 30 человек, немного, но все будет уютно и комфортно, и благодаря нашей, в принципе, такой фактурной обстановке, я думаю, что будет очень приятно. Да, очень, у вас уже приятно, уютно, да. хочу да. сказать, а, и очень комфортно. Да. А вот хотел спросить, а про вас, говорят, у вас уже... пилотный выпуск вышел. Ну, пилотный передачи. Вышел, да, на РЕН-ТВ будет программа. Опять же, условное название «Купи-продай» или «Барахолка». Ну, пилот уже третий выходит, мы пока еще вот там думают, какой нужно выпустить. Поэтому, ну, смотрите, да, я не знаю, в марте, может, апреле должен выйти первая это самая передача, а дальше уже пойдет. Да, вот. Два я уже видела, спасибо. Ну что, это вот такая вот, вот смотрите, видите? Вот. А, под кольцо. Да, колечко, да, вот такое вот. Спасибо. Можно два, даже три можно. Ой, а это что, это солонки? Это солонки, две утки. Ух ты, тоже великолепные. Платин, да еще посеребрённый. А вот посмотрите, какие красивые. Это там чашечки. Я думала, это ступочки. Чашечки, у них ручечки сбоку. А, да. Ну только что, ступочки можно как чашечки. Ой, богемия, да? Да, это богемия. Бокалы. Посмотри, где там у них все соль, что там? Как красивые. А супница чья, интересно? Сюда посмотрим. Вот, пожалуйста. Супницу вот я не пойму, какие куклы, куклы шикарные. Супницу вот чья? А здесь ничего не ставят. Здесь... Ой, извините. Это здесь стёрка вся. Чайник. Вазочка. Дулёва. Дулёва, ну это хороший Дулёва. Это пионы, по-моему, называется этот сервиз. Похоже, да? По-моему, этот сервиз полюбил. Видите, там и пионы изображены. А мне, кстати, есть соусник вот от этого пиона. Тогда берите супницу для фруктов. Да. Ну, посмотрим. Нет, еще для отдыха. Здесь у нас буфет. Чай горячий, кофе, вино. О, мускат стоит, чай индийский, друзья. Конфеты. Ой, ну, немножко, да, чуть-чуть. Прям, а то мне пересохло, забыл дыхание. Слушайте, ну вообще, я вас поздравляю. Какая красота. Все-все-все. Не, чуть-чуть прям. Спасибо. А у вас что, и кофе, и чай? Все есть. Ой. Чай, кофе. И 50 капель. Я уже посмотрела мускат. И причем хороший. Красота. А здесь даже можно на диванчике, на столике посидеть. Как дома. Да, вообще, как дома. И не хочется домой уезжать отсюда. Да. Дружеская ситуация, атмосфера. Все отлично. Неизвестно, чьих кистей, но очень красивая. Такой цветок на ней, кобальт, расписанная золотом, совершенно в идеальном состоянии. Не пошорканная, не побитая. Итак, вазочка. 50 рублей увидел, 100 рублей. 150 рублей. 150 рублей. Раз. 100, а я? А, 200 рублей. 250, Мария, увидел, извините. 250. Ты не маши. Нет, 300 рублей. 350 рублей. 350 рублей. Раз. 350 рублей. 400 рублей. Рома, давай, где ты?
взял этот номерок. 400 рублей. Раз. 400 рублей. Два. 400 рублей. Три. Номер. 15. Серега. Зафиксировал. 150 рублей. 200. 250. 300 рублей. Второй номер. 350. 400 рублей. 400 рублей. Раз. 450. 450. Кто больше? Чудесный бокал. Это, кстати, хрусталь. Слышали? 450 рублей. Раз. 450 рублей. Два. 500 рублей. 14 номер. 500 рублей. Рома. Рома, не отвлекайся. Бокал. 500 рублей. Раз. 500 рублей. Два. 550 рублей. 550 рублей. Раз. 550 рублей. Два. 550 рублей. И продано. 12 номер. ГДР. Это у нас фирма. Короче, ГДР. Очень мелкий шрифт, не могу прочитать. Итак, кофейник, извиняюсь. А, тоже в идеальном состоянии, такой, ну, такая золотая роза, если можно так выразиться. Да. Итак, кофейник, кому нужен кофейник? 50 рублей, четвертый номер, 50 рублей. Раз, 100 рублей, 150, 200 рублей, 250, 300 рублей. 300 рублей. Раз. 300 рублей. Два. 300 рублей. Три. Продан кофейник. Так, кто купил-то, я забыл. Я. А, все. Какой номер? 14. Отлично. 14 кофейник, да. 400, да? Да. 400. Вот это Чехословакия, чем не совсем удобно, но в принципе приспособиться можно. Итак, вот такая конфетница. Как звенит. Ой. 50 рублей увидел, 100 рублей, 150 рублей, 200 рублей, 200 рублей, 250 рублей, 300 рублей, 350, 400 рублей, 400 рублей, 450, 450, раз, 500 рублей. 500 рублей, 550, 550, раз, 550, два, 600 рублей, 1000 рублей, 1000 рублей, раз, 1000 рублей, два, 1000 рублей, три, продано очаровательному мужчине с усами в шапочке. Да. Итак, куколка, 50 рублей увидел, 8 номер, 100 рублей. 100 рублей. Раз. 100 рублей. Два кукла. Чудесная кукла, златовласка. Вот с такими вот. 450 рублей. 450. Раз. 450. Два. 450. Три. Продано. Номерочек. 14. 1700. 1700. Раз. Ты что, подсмотрел, что ли? 1700. 1800. 1800. 1900. 1900. Раз. 1900. Два. 2000 рублей. 2000 рублей. Раз. 2000 рублей. 2100. 200. Раз. 200. Два. 200. Три. Да, посмотрим сейчас. О, я вас поздравляю. Серебряный подстаканник. Но ориентировочная цена 7500. Да, поздравляем. Все, похлопаем. Ребят, спасибо. Зато сегодня в новом уголке у вас. В новом уголке, где можно и кофе попить. Огромное спасибо вам. У вас все лучше и лучше. Да. Мы все дружим все больше и больше. Спасибо. И так хочется приходить и приходить сюда. И решили попить кофе здесь, посидеть. Вот мне капучино. Девушкам понравился кофе. Говорят, хорошее качество. Так что приходите. И 3 числа они специально придут пить кофе. Как приятно, что теперь, да, сделали. И кофе можно посидеть, и водичку попить, и посидеть. Ну, здесь везде, где можно посидеть, ну, мягкое, да? Да, здесь уютный уголок с подушками. А вот и Оля покупает кофе, чтобы к нам присоединиться. Так что мы все встретились на аукционе. Посмотрите, какой красивый
Это был у нас в черном ящике. Да мне кажется, все-таки это какой-то маленький, нет? Он для маленького. Для маленького стакана? Не знаю. Да, он собирает. Спрятали. Кто хочет поработать? А там видео? Видео. А что мы застыли? Никита, мы за тебя. Ой, ваза вообще, я не знаю, вы ее на аукционе за 500 рублей, да? Ну, она, вот видите, они сколы там. Сколов не видно, сколов не видно, потому что это хризантема, у нее столько лепестков. И самое главное, это китайское, посмотрите. Видимо... Может, замечательный дракон такой. Да. И вазочка тоже с аукциона. Ой. Какое красивое. Но мне вот это больше всего понравилось. Вазочка? Да, вот это. С драконом. Ну, спасибо. Ну, шикарная просто. Нет, она красивая. Зачем вот так? Посмотрите, кобальт, все это розы. Ну что может быть лучше? Вы что? Ну, она... И потом она небольшая. Вот под нее можно любые цветы подобрать. И к любому сервизу. Ой, как она мне тоже нравится. Ну да, вообще. Кстати, накануне покупал здесь мужчина такую же, но большую. Да, вот такую. И он за много-много-много денег приехал и был счастлив, потому что говорит, нигде купить не может он. Уже все объездил, не мог купить, что разбилось. Китая уже такого качественного очень мало. Им не пользовались, он стоял и стоял. Нет, им пользовались, может быть, пыль. Не очень им пользовался, потому что он, видно, стал в серванте. Потому что он прям совсем вот пыльный новый. Там внизу. Ну, пыльный это потому что стоял, да. Не знаю, мне очень нравится. Я вот сама думаю, может, я не купила. Но, с другой стороны, мне хотелось бы красный. Я прям мечтаю о красном. Нет, эту куклу я уже купила на аукционе. И ее ждет очаровательная маленькая девочка. О других своих покупках на аукционе я расскажу вам в следующем видео. Домой я возвращалась на такси и везла с собой 2 пакета покупок, наслаждаясь, восхищаясь видами вечерней Москвы. Ну, вы знаете, что скоро, уже буквально после 8 марта, будет Масленица, и я уже заранее готовлюсь к сервировке Масленицы. Друзья, желаю вам прекрасно провести праздники и встретиться со своими друзьями, близкими, чтобы все у вас было замечательно. Спасибо, что были со мной в этот раз, и вскоре мы с вами встретимся снова.